Принят без замечаний. Таков сегодняшний вердикт Югорского фонда. Но еще 2 месяца назад у экспертов были претензии. Были замечания по примыканиям к балконам. Не было вот этих уголков. Вот видите, уголки. Их не было, они поставили. Были куски применены сайдинга на цоколь. Они заменили сейчас. Были такие короткие куски, они остатки поставили. Подрядчик работал здесь с весны. Эти съемки сделаны в марте. В итоге утепленный фасад, новые инженерные сети. Сайдингом пятиэтажка была обшита и раньше, но дом все равно промерзал. Положили утеплитель, 150 миллиметров утеплителя положили, как положено. То есть утеплили, теперь у них проблем не будет. Дом уже будет теплый, потребление теплоэнергии уже будет меньше, в разы меньше уже будет. В нынешнем году капремонт идет не так активно, как в предыдущем, замечает представитель департамента ЖКХ. Причина в том, что конкурсная процедура стала более сложной и длительной. В это время уже летом, ну, порядка на тот момент уже, наверное, 20 домов, 20 видов работ мы уже приняли. В этом году вот это вот у нас седьмой дом мы принимаем. У нас приняты работы по газу в 2 домах, 3 крыши приняты, 1 электрика, ну вот и сейчас фасад. Тем не менее, все запланированные 60 домов будут сделаны. Только не к концу лета, а, видимо, ближе к зиме. По адресу 667 масштаб работ грандиозный. Замена кровли, фасад, входные двери, сети тепло- и водоснабжения, канализация. Сроки до 30 октября. Но нижневартовские строители уверяют, закончат в августе. Ну, приедете после этого, увидите, будет вообще другой дом. В подъездах уже видны первые признаки предстоящей метаморфозы. Новые щитки для электросчетчиков и светильники вместо лампочек Ильича. Чердак утеплят, а старую крышу, которая сегодня пропускает воду, полностью заменят. В общем, этот 43-летний дом станет как новенький. А это уже 11-й дом в 8-м микрорайоне. На первый взгляд все прекрасно, но у жителей есть замечания. И посмотрите, тряской заляпали. Ну вот зачем? Ну, да, вроде бы мелочь, но зачем? Сделать старые дома идеальными даже с помощью капитального ремонта совсем непросто. У одних топит подвал, у других плесень в спальне. На стороне жителей 5-летняя гарантия. Если в течение этого времени обнаружится изъян, подрядчик обязан его исправить. Инна Новикова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».